физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Центральной прошел открытый турнир по волейболу среди женских команд памяти Марины Прониной. Это ежегодное мероприятие, на которое приезжают спортсменки из разных поселений городского округа и из соседних муниципалитетов. Турнир посвящен памяти игрока команды микрорайона Чкаловский Марине Прониной. Она ушла из жизни в 2011 году, и чкаловские любители волейбола учредили в ее честь ежегодную спортивную встречу команд разных возрастных категорий, в том числе и ветеранов. В этом году турнир проходил в Фоке, где встретились команды из Королева, Литвинова и микрорайона Чкаловский. Игры проходили в интересной, захватывающей борьбе. Чкаловские спортсменки сумели выиграть все встречи и заняли первое место.